Привет, ребята! Сегодня видео будет о том, как конвертировать видео FLV формата в MP4 или же удобный для вас формат. Случилась такая проблема, что записывая видео через программу Open Broadcast Software, которая очень хорошо снимает и не теряет качество, не нагружает процессор с видеокартой, случилась такая проблема, что видео не открывались в Sony Vegas. Как видите, вот запрет. И что для этого нужно сделать? Как я не старался в настройках там настраивать, ничего не получилось, поэтому решением все-таки осталась вот такая вот программка, как конвертирование видео. Я вам сейчас покажу, как конвертировать видео без потери качества. Смотрите, давайте откроем данное приложение, переместим сюда файлик, который мы уже сняли. Вот, например, вот этот. Выставляем здесь галочку, выбираем эту вкладку All. Смотрите, ссылку на данную программу я выложу в описании, только на официальный сайт. Кому будет интересно, как ее взломать, я думаю, в интернете полно кряков. Итак, выбираем вкладочку All и ищем форматы видео. И здесь выбираем, настраиваем MP4 фильм. Как видите, здесь форматов очень много, любые форматы, которые вам удобны. Но мне нужен настраиваемый MP4 фильм. Я выбираю его, и смотрите, здесь есть такое вот расширение, которое вы хотите, но мне нужно, чтобы качество не потерялось. Поэтому я выбираю Original, и здесь высокое качество, большой размер. После этого нажимаю, когда я это все выбрал, нажимаю. Здесь еще вкладки параметры видео, аудио, но там по умолчанию все меня устраивает. Так, и теперь галочка здесь стоит, и можно конвертировать. Здесь еще можно подрезать всякие ретуши и так далее. Кому интересно, пользуйтесь на здоровье. Но мне нужно просто поменять разрешение. Нажимаю конвертировать. Вот, так как файлик занимает там 1 мегабайт, конвертирование произошло очень быстро. Поэтому нажимаем здесь на нем правую кнопочку, открыть папку назначения файлов. И вот наш файлик. Как видите, занимает он 534 гигабайта, когда оригинальный файл занимает 6 мегабайт. Давайте посмотрим разницу. Давайте сначала посмотрим оригинал. Вот. И посмотрим наш, который мы переделали. Если кто-то увидел разницу, поздравляю, но я ее нет. Поэтому с помощью данной программы можно спокойно конвертировать в любой для вас формат. Видео, аудио, отличный конвертер, поэтому его вам советую. В будущем еще сниму видео о том, как захватить DVD-CD-диск с видео в формат AVI MP4. То есть, если же у вас есть несколько дисков со свадьбы, вы можете все эти диски с помощью этой программы конвертировать в один файл AVI или MP4. То есть будет одним файлом. Все 4 диска объединятся в одно видео. Итак, если это видео вам было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. Это способствует продвижению данного видео в топ. И, конечно же, до свидания.